Ce te Dovrebbe dici? Minuto, sentirla. aspetta. Дорогие друзья, Эмиль, ты там можешь следить, да, за вопросами? Можешь добрать питание? Так, мы сегодня, мои дорогие, здравствуйте. Во-первых, очень рада вас приветствовать снова. Сегодня у нас пятый заключительный семинар, вебинар по Черногории. Сегодня мы с вами поговорим о кухне черногорской. Она также интересна и разнообразна, как история Черногории. Сегодня наш сеанс ограничен по времени, поэтому я предлагаю сразу начинать. Я буду вам рассказывать, вводить вас в курс гастрономической жизни сегодняшней Черногории. А если, да, есть какие-то проблемы, вы, пожалуйста, пишите в комментариях, потому что мы здесь работаем командно, и коллеги, они на связи онлайн, поэтому прошу вас, да, если есть какие-то замечания. Я надеюсь, что сегодня со связью все будет хорошо. Итак, мы с вами можем начать сегодняшний наш вебинар. Приключения гастрономические, приключения в Черногории. Так, мои коллеги из отдела маркетинга, большие специалисты, кстати, назвали эту презентацию, которую я вам рада сегодня представить. Так исторически сложилось, что вообще коренного черногорца трудно представить себе человеком, который очень сильно заботился бы о том, что он будет есть. В основном жизнь черногорцев, учитывая сложную историю, историю становления и очень непростые природные условия самой страны, мало плодородных почв, очень много камней, Черногория, да, само название страны говорит о том, что она в основном горная, это почти 80% страны, это горы различной величины. Опять же, многовековая борьба с Османским царством, опять же, вот это вот балансирование между двумя силами, западной и восточной, в общем, все это привело к тому, что до конца 19-го, начала 20 века меню черногорцев, оно сводилось, в общем-то, всего к нескольким блюдам доступным. Если мы говорим о конце 19 века, тут уже появляется картофель, тут уже проще. Ну, а главная еда – это мука, в основном кукурузная, ячменная, это наименее прихотливые сорта зерновых, вы знаете. Ну, и сам ячмень, и сама кукуруза, сыр, потому что сыр – это традиционный продукт для Черногории, и что касается мяса, то оно в рационе коренного черногорца, оно появлялось крайне редко, потому что если и позволяли себе люди содержать, да, овец или коз,
Это самый распространенный был скот, который в Черногории разводили в Старой. Я напомню, что Старая Черногория, она не имела выхода к морю вплоть до 1878 года, когда по итогам, да, противостояния с Османской империей Черногория наконец получает долгожданный выход к морю. Это города Бар, Уйцы. Ну, там уже свои к тому времени были устоявшиеся традиции ориентальной кухни. Мы можем говорить о том, что рыбы в рационе черногорцев не было. Но мясо, да, из-за того, что животных в основном держали из-за молочных продуктов, молока, из которого изготавливали сыр, из-за шерсти, очень редко по большим праздникам забивали животных для еды, и то это могли себе позволить состоятельно. Сегодня, конечно, все изменилось резко, естественно, в лучшую сторону. Нужно понимать, что в черногорской кухне достаточно сильны традиции и греческой, и римской, кухни горных народов. Мы сегодня будем с вами говорить об этом, и вы узнаете в этих блюдах очень хорошо знакомые блюда и вам. Это те продукты, которые могли дольше храниться при отсутствии, да, когда жарко или когда пастухи, люди кочевые, не уходили достаточно долго, на долгое время из дома и могли вот эти продукты, эти блюда или очень быстро приготовить на костре и воспользоваться тем, что им предлагает природа. Или они могли, значит, если это касается мяса, то его предварительно нужно было хорошо обработать, чтобы оно очень долго сохранилось. Главный консервант, собственно, соль, ветер, огонь, да, все это вяленое, тушеное, копченое, все, что давала природа. Опять же, повторяюсь, картофель это только со второй половины XIX века. Поэтому самые простые блюда это кукурузная мука с жирным сыром, с добавлением картофеля. Она варилась, получалось жирное блюдо. Нужно еще заметить, что эти, с точки зрения современной, да, гастрологии, современной диетологии, это вообще бомба в желудок, потому что оно все тяжелое, оно жирное, оно высококалорийное, оно должно было дать много энергии для тяжелой работы. Работа в поле, это заготовление леса, это уборочные какие-то моменты, то есть осенние, заготовка паршютов, сыров и так далее, и так далее. Очень разделяется на самом деле кухня средней северной части Черногории и приморской. Опять же, именно потому, что Черногория сама по себе страна была горная и долгое время не имела выхода к морю. Сначала мы поговорим, да, о черногорской кухне северный и средний регион. Прежде всего это, конечно же, сыры. Обычно это сыры мягкие и полумягкие, слоистые, зернистые, больше нам знакомые, наверное, как соленый творог или творог, как вам угодно, потому что словарь допускает и то, и другое ударение. Более жирные, менее жирные. Твердый сыр в нашем понимании – это сыр негушский, это бренд черногорский, негушский сыр, как и негушский паршют. О паршуте чуть позже мы поговорим с вами. Паршут мужское, мясное, извините, блюдо. Все остальные сыры, они достаточно мягкие. Что еще? К сыру обычно подавались прыганицы, это такие пончики, жареные в масле маленькие. К сыру подавался кефир, к сыру подавалось молоко, простокваша. Вот эти вот обычные, да, блюда, они характерны были для средней части Черногории. Есть такое название, да, вот в ресторанах национальной кухни все еще можно встретить эти блюда.
Не так часто их заказывают, хотя некоторым они очень нравятся. Ну, представляете себе, если долго-долго варить кукурузную муку с жирным мягким сыром, это даже не сыр, каймак, это когда молоко вот позднее, да, оно на медленном огне достаточно долго варится, зреет, и вот сверху образуется такой вот слой. Это еще как бы не сыр, но уже это не сметана, это очень жирный, насыщенный такой продукт кремового вкуса. Вот он добавляется картофель, как я уже сказала, кукурузная мука, и долго-долго варится, вымешивается. Это очень сытно, ребята, это падает в желудок, как кирпич, вообще долго-долго переваривается. Вот этим рабочих, да, таких людей физического труда кормили. Кстати, черногорские сыры, они очень известны в мире. И действительно, мы с коллегами нашли, это данные официальные совершенно, что вот этот вот мягкий слоистый сыр плевальский с севера, он стоит на 9-м, а твердый негушский сыр на 34-м месте, соответственно, в списке 100 самых вкусных сыров в мире. Есть такой атлас специалитетов и вкусностей мировых, как деликатесов, деликатесных сыров. Это то, что касается блюд из молока. Это, конечно, не самая большая часть, потому что все остальное, что делалось тоже из молока, из вареного или из сырого, до масла дело редко доходило, масло плохо хранится, поэтому в основном вот сыры более или менее выдержанные. Держали их обычно в колодцах или в специальных пещерах в холоде, чтобы они дольше сохранялись. Для этого практически у каждой семьи были возможности, такие вот импровизированные погреба, насколько позволяли природные условия. Когда мы говорим о центральном регионе, здесь мы уже больше можем говорить о том, что мясо стало приходить в меню черногорцев, и самое популярное еда – это прошут. Это чем-то напоминает итальянский прошутто, но в отличие от прошутто, это мясо не просто вяленое, но еще и копченое. При этом очень серьезная технология для производства этого мяса используется. Сейчас уже установлены стандарты солености, стандарты твердости. Поскольку Черногория является официальным кандидатом в члены Евросоюза, сегодня Еврокомиссия, Евростандарты контролируют производство, да, и сыров, и прошутто черногорского. Особенность этого мяса в том, что оно довольно долго готовится, но при этом может очень долго храниться. Такие технологии действительно есть у очень многих горных кочевых народов, которые занимались, да, выращиванием скота, уходили надолго со стадами на пастбище, перемещаясь с одного на другое. Поэтому и для вас, да, дорогие мои коллеги, ничего нового, наверное, в этой кухне вы не откроете принципиального, хотя есть в Черногории свои особенности. Самый, да, известный сорт вот этого вяленого мяса – это прошут, опять же, негушский. Мы говорили с вами о негушском сыре, говорим о негушском прошуте. Это центральный регион. Негуши – это село, которое расположено рядом с исторической культурной столицей, в самой середине, в самом сердце Черногории, рядом с Цетине, всего в нескольких километрах. И обычно, да, мы рекомендуем нашим гостям, нашим туристам этот маршрут, потому что он непродолжительный и знакомит их как раз вот с культурой и историей Черногории. Я считаю, что это маршрут обязательный для посещения всеми гостями, которые хотят понять, в какой, собственно, стране они отдыхают, особенно если они приехали впервые
да, это называется обычной Старая Черногория или Монтенегро, или гастрономический такой вот тур через Цетине на Негуши, спускаются также в гости по знаменитому серпантину, и в любом случае в Негушах они пробуют и знаменитый сыр, и знаменитый паршут, и имеют возможность его, естественно, приобрести после дегустации. Так вот, для того, чтобы приготовить этот паршут, как я уже сказала, нужно несколько месяцев. Сначала вымачивают, потом засаливают, потом сушат, потом проверяют соленость, потом его подвешивают в огромных в таких бараках, потолку, эти ножки, это из свинины он делается в основном, задние ножки свиные, и коптятся в дыму исключительно буковых оленей. Другие по технологии не применяются, это категорически запрещено. Кроме того, с этих оленей снимают кору, чтобы мясо не впитало канцерогены и не стало горьким. Оно не должно приобрести неприятный цвет, запах и вкус. Оно должно получиться на выходе золотистым, ароматным, блестящим, вот такого вида, как у нас на слайде в правом верхнем углу. Это то, что касается мяса. Поскольку у нас мясного такого традиционного, поскольку у нас страна многонациональная, естественно, паршут готовится и из телятин. Для жителей Черногории, традиционно населяющих Черногорию, которые исповедуют ислам, разумеется, они являются частью Черногории, частью культуры, значительной частью. Мы все друг к другу относимся как с огромным уважением и, конечно, учитываем вкусы и традиции всех народов и всех национальностей, живущих в нашей стране. Разумеется, есть и паршут из телятины. Изготавливается он тоже в достаточных количествах. Он потверже, может быть, не такой нежный, как паршут свиной, но, тем не менее, он есть и тоже очень вкусный, вкусный. Такие блюда, вот как паршут, сыр, они обычно подаются как закуски в начале трапезы. Далее, если мы будем переходить к первым блюдам, то в Черногории, в старой Черногории, да, как-то вот особо супов не было. Это больше история более современная. И сегодня, если мы будем говорить о супах, их тоже стало очень много, но они появились вот гораздо более позднее время, хотя в себе они содержат традиции черногорские. Традиции, если говорить о приморской зоне, это медитеранская кухня, очень большое влияние итальянской кухни, очень большое влияние турецкой кухни ориентальной, очень большое влияние, разумеется, французской, европейской кухни. То есть чем больше Черногория стала развиваться как туристический регион, тем более требовательными стали гости, туристы, тем более приспосабливается кухня черногорская для гостей, для туристов, чтобы удовлетворить любые вкусы и потребности. При этом виртуозно умудряются наши специалисты, наши шефы, наши повара сохранять, да, оставлять в основе всех этих блюд именно черногорские традиции. Поэтому можно говорить о черногорской кухне. Да, она есть, она существует. Ну, вы же понимаете, что сегодня нельзя говорить чисто о какой-то кухне вообще везде в мире. Это явление повсеместное. Люди стали больше передвигаться, смешение культур происходит. Отсюда, в общем-то, все новые блюда, новые вкусы и большой простор для путешествующих гурманов. Сразу, да, у нас появляются вина, чем-то это надо запить, но я все-таки продолжу говорить о супах. Многие люди, да, предпочитают супы, если путешествуют гости с детьми, это обязательно. Суп, бульоны достаточно популярны в Черногории. Но большим разнообразием они не отличаются. Это в основном или куриный, или телячий бульон. Это что касается прозрачных супов. Можно встретить в последнее время также и вегетарианские овощные бульоны. Они не пользуются особым спросом.
А вот густые супы, чорбы, такие, не назвала бы пюре, но они вот с мелкими кусочками, мелкими такими ингредиентами, достаточно долго они варятся. Это, допустим, телячья чорба на телячьем бульоне, овощной суп, ближе к супу пюре, но там все-таки есть небольшими маленькими кусочками овощи, кусочки нежной телятины. Рыбля чорба – это тоже рыбный суп из разных сортов рыбы, причем добавляются туда заправки местные, вот эти травы, буквально растущие в Черногории, а у нас 5 национальных парков, и каждый из них славится своими аутентичными вот этими травками, заправками, добавляют каждый повар по-своему и хранит это в секрете, поэтому в разных ресторанах вкус вот этих вот чорбы, это называется, густой суп, может различаться. Если это, допустим, приморский регион, особенно в части Боки-Каторской, у них там своя кухня, да, отдельные такие свои примочки, там это бродет, это совсем густой суп. То есть его там ложкой не падает, с нее не сливается, там уже побольше кусочки, благородная рыба морская, разнообразная совершенно. Это, в общем, пальчики оближешь, и тоже у них свои секреты, что они добавляют в эти самые супчики. Поговорили мы, да, о первых блюдах. Что касается салатов. Много большого разнообразия от салатов в черногорской кухне, в черногорском национальном ресторане не ждите. Как правило, это сезонный салат, сезонская салата. Что это? Это овощи, которые Бог послал нам в данном историческом сезоне. Летом обычно приезжают к нам гости, поэтому это огурцы, помидоры, болгарский перец, лук. Все это заправлено оливковым маслом. Все уважающие себя повара в Черногории используют оливковое масло из оливок, которые произрастают в Черногории. Самый популярный регион – это Бар, кроме того, Ульцинь, ну и на полуострове Луштица в Куторском заливе тоже есть маслины, где тоже производят оливковое масло. Оливковое масло из региона города Бар, историческое. Исторически там всегда выращивалось это масло, было оно всегда прекрасного качества, на вес золота, особенно ценится экстра вирджин, и оно так и называется барско злато, золото города Бара, вот его в качестве вкусного сувенира я всегда советую своим гостям приобретать, когда меня спрашивают, что привезти из Черногории из еды или напитков. Ну вот пришло время, да, запить уже все это. Вина. Вина в Черногории исключительно вкусные. Черногорский завод «Плантажи» в свое время был самым крупным по занимаемым площадям, если не во всем мире, то в Европе точно. Более или менее миллиона квадратных метров. Это площадь сегодня занимаемая виноградниками и садами «Плантажи». Вина «Плантажи» производит сухие, красные и белые. Сегодня их огромное количество. Я хочу отметить особо вина, произведенные из сортов винограда, которые произрастают только в Черногории. Это красный сорт, черный сорт «Вранац», переводится как «Вороной». Также называется вино, оно, это название прекрасно отражает характер этого вина, задорный, яркий, сильный. Вранац от линейка от столового до Вранац резерве, Вранац барик по французской технологии, да, в бочках. Купажные вина на основе этого сорта и белые. Крстач – это белый сорт, который контролируется по происхождению. Лоза выращивается в виде креста, поэтому он крст, да, крест получил свое название от этого. Ну и мне очень нравится черногорский шардоне. Очень недурен, кстати. Вот, с моей точки зрения, вполне конкурентное вино с прекрасным
послевкусием, нежным фруктовым ароматом, насыщенным довольно вкусом, который остается очень приятным ощущением на небе и поднимает настроение, долго очень держится как-то вот в вашей ауре. Мне нравится это вино. Регион, в котором производится вина Черногорский, это регион Скадарского озера. По берегам Скадарского озера господствует субтропический климат, исключительно благоприятный для виноделия и вот как раз фруктового выращивания фруктов. И самый известный регион, если мы берем небольшой, да, завод промышленное производство, это регион Цирмница. Вина Цирмнички весьма конкурентные. Это регион небольшой, поэтому мы можем их называть эксклюзивными. И часто производством вин и выращиванием винограда занимаются частные хозяйства. Значит, если вы в магазине встречаете вино частного хозяйства, на нем обязательно есть этикетка, на которой есть все координаты производителя. Будьте уверены, что все вина, которые попали на прилавках магазина, прошли соответствующий контроль по содержанию, да, разных веществ. Надо сказать, что вина в Черногории часто используют и в качестве лечебных средств для сердечников, для лечения сосудов, для поднятия или наоборот для выравнивания давления. Черногорцы пьют вина постоянно. Нет черногорского дома, в котором нет вина. Из напитков серьезных таких, да, крепких, это черногорская ракия. Черногорская ракия традиционно делается из винограда. Это, грубо говоря, самогон. Хотя, конечно, так его назвать, наверное, было бы очень грубо. Это очень приятный напиток. Пьют его небольшими глоточками, коньяк. В Черногории традиционно это виноградная лозова ракия. И самыми популярными после этого сортами являются шлива сливовая, абрикосовая, грушевая, они крайне популярны, яблочная. Ну, а дальше все уже зависит от фантазии хозяина, потому что в основном, да, эти напитки каждый уважающий себя фермер, живущий в винодельческом регионе, он занимается, да, здесь это называется печь раки, он производит эту ракию и домашние вина, вот, или на продажу, или только для употребления дома. Самыми хорошими, которые производятся вот плантажи, являются Круна, Корона. Ну, на самом деле, да, когда приезжают гости и спрашивают, я им все это рассказываю, так что для вас вот такое вот общее представление. Ни разу еще с момента образования вообще до вот этого официального винодельческого европейского рынка, с момента выхода Черногории со своими винами на мировой рынок, ни разу еще черногорские вина не уезжали без наград ни с одного форума или специального винного мероприятия. По всему миру известны наши вина. И если это не призовые места, то это обязательно медали, призы зрительских симпатий, будем так говорить, специальные отметки жюри. Все эти награды гордо красуются на этикетках наших вин. Это, я думаю, говорит само за себя. Вот в таких вот бочках, вот в таких ангарах хранится и выдерживается вино Плантаже. Это вот собственные погреба нашего самого большого завода. Между прочим, он проводит и дегустации, и специальные гастрономические туры, специальные винные, где гости пробуют и вино, и закуски, и сыр, и прошут. Туда можно уехать на несколько дней, чтобы уж, да, пробовать, уже посидеть, просыпаться под петушиный крик. С утра, чтобы раз уже венца, чтобы весело уже было хорошо, потом за обед, на обед ракию. В общем-то, наши люди так и делают, потому что приятный действительно напиток, который
не затуманивает вам мозги и очень быстро он проходит через организм, согревая тело и веселя душу. Да, кто не против алкоголя, те получат, конечно, огромное гастрономическое удовольствие в Черногории не только от еды, но и от вин. Вот то, что касается нашего южного региона. Здесь мы говорим о серьезной очень разнице в кухне. Здесь преобладают морепродукты. Старые черногорцы, они, собственно, не знали, что такое морепродукты. И, как я вам уже говорила, да, была такая шутка, когда старого черногорца спрашивали, а какие морепродукты вы любите, предпочитаете. Он говорил, из всех морепродуктов я предпочитаю ягненка, упавшего в море. Вот это, собственно, говорит само за себя. Сегодня разнообразие кухни на Приморье просто огромное. В регионе Боки-Каторской это вообще свой отдельный мир. Здесь к морепродуктам относятся бережно, с огромным уважением, очень серьезно, да, относятся к этой кухне. Это не только рыба, морская рыба, да, прежде всего в этом регионе мы говорим. Это и устрицы, это, как же они будут по-русски-то, вот эти вот разнообразные все эти моллюски на картинках, которых вы видите, это и креветочки, это, естественно, и осьминоги. Это все, что с ними может быть связано, это ризотто, где используются чернила каракатицы, черный ризотто, да, это влияние итальянской кухни, это пасты совершенно разнообразного вида и наполнения. Если мы говорим о мидиях, то их готовят, по-нашему говоря, на гузару, отваривают в с добавлением белого вина, лимонного сока, розмарина и различных приправ. Или это могут быть они, то есть это в белом вине, или в томатном соусе, что тоже очень вкусно, подают их прямо в ракушках, на килограмм они подаются, таким вот огромным, и можно, потягивая вино, развлекаться, открывая ракушки. Осьминоги в основном подают в виде салата. Салат очень вкусный. К ним, опять же, да, относятся очень уважительно. Я ни разу не встречала переваренные, резиновые, они действительно сочные, заправленные различными травами, приправами. К этому, естественно, подается вино розовое или белое традиционно. К сожалению, сегодня в регионе Боки-Каторской виноград уже выращивают очень-очень мало, потому что этот в основном используют, да, свободные места для застройки, гораздо проще построить виллу на несколько апартаментов, сдавать их и сидеть, ничего не делать, за виноградом все-таки нужно ухаживать. Опять же повторяю, что для приготовления всех этих блюд используется в основном оливковое масло. То есть и для тех, кто предпочитает, да, здоровую еду, помимо купания в море, и помимо всех этих морепродуктов, которые все мы прекрасно знаем, всем нам очень нужны, но мы, к сожалению, все едим очень мало рыбы и морепродуктов. Это еще и заправляется оливковым маслом, шикарным совершенно. Между прочим, кислотность extra virgin нашего масла, она никогда не превышает 1%. Я говорю о масле барска злато. Вот, собственно, этот слайд нам как раз об этом масле и рассказывает. Повторяю, это прежде всего Бар и Ульцинь. Ну, поскольку регион Бар, он единственный, который у нас граничит и с озером, и с морем, то отдельно вот в нашем слайде выделен регион Скадарского озера, я бы его все равно в барский регион бы отнесла, потому что еще со времен иллирийцев и римлян здесь выращивали маслины и торговали этим удивительным продуктом, оливковым маслом, еще и тогда ценилось на вес золота, барского злата. Очень, да, ограниченное во времени, я могла бы еще очень долго рассказывать и
говорить вам еще, мы, да, не коснулись сладости, но будем так говорить, что это в основном ориентальные, такие баклавы, из турецкой кухни к нам больше пришли эти сладости. Очень много выпечки в Черногории, хлеб очень ценится, хлеб очень уважают, любая булочная, она превращена в кондитерскую. Это и соленые, выпечка с мясом, с сыром, это сладкие, с вишней, с вареньем, это жареное, печеное, в общем, похудеть в Черногории вам не удастся, к этому будьте готовы сразу, если только не взять себя вот в руки, но кто же будет силу воли применять, когда вы на отдыхе. И мы, естественно, нашим гостям предлагаем мастер-классы в любом регионе. Просто можно уехать на 2-3 дня в деревню, там научиться готовить традиционные блюда, отведать вин, налить самому себе, да, бутылку, налепить на нее этикетку, закрыть все это и свою собственную бутылку вина сам себе разлил, сам собой вывез. Это тоже можно, конечно же, смело предлагать вашим гостям. Да? Время у нас, к сожалению, подходит к концу, к моему огромному сожалению. Друзья мои, я благодарю вас всех за то, что вы были с нами. Мне, честное слово, было очень приятно принимать участие в этой программе и быть для вас проводником, да, по черногорской кухне, по черногорским традициям, по черногорским красотам, по возможностям отдыха. Я надеюсь, что для вас эти вебинары были полезны. Надеюсь, что я не сильно разогнала ваш аппетит, потому что я пока рассказывала, сама уже проголодалась. Но, тем не менее, можно сбегать что-нибудь перекусить сейчас и приготовиться к тому, что в Черногории вам будет вкусно. Большое спасибо вам всем. Вы знаете, что мы вас очень всех ждем. Мы вас глубоко очень уважаем. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Компания Fun & Sun, прежде всего, компания МТС, всегда к вашим услугам. Мы здесь для вас. Если что-то вам нужно, пишите, звоните. В общем, мы все делаем одно большое дело. Я надеюсь, что вы с этим согласны. Еще раз всем большое спасибо. Благодарю вас. Обнимаю. Приезжайте. Мы вас очень ждем. Спасибо, друзья мои. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Берегите себя.